Номер 6 за 2012 год. От издателя. Содержание номера. Школа здорового образа жизни. Луна рекомендует. Так, лето. Значит, Петров пост. Какие блюда есть? Что тут рекомендуется во время этого поста? Салат витаминный, оздоровительное действие. Вот не просто, знаете, вот рецепт дал, а салат из зелени сельдерея с ореховым соусом. Есть рецептура, как приготовить соус, и рассказывается об его оздоровительном действии. И так вот все блюда разобраны. Видите, салат с листьями одуванчика, а оздоровительное действие, ого-го какое. Что можно с помощью этого салата укрепить, вылечить, нормализовать. Я все это рассказываю. Кабачки и в овощном соусе. Икра из баклажанов. Познавательно-практически. Вот эта статья еще продолжается, продолжается. Идет, идет. И вот я галочками отмечаю, что какие вопросы, какие или главы были уже пройдены. И что у нас остается. Лекарственные растения в профилактике и лечении сахарного диабета. Вот если послушать врачей современных, которые, понимаете, вообще не знакомы вот с этой вот наукой, они все скажут, это чушь, это все мракобесие, даже не вникая в это. Это, говорю, совсем иная область, которую не преподают и которая уже практически начинает забываться. Более того, если раньше в аптеках приносили рецепт, и аптека по рецепту делала лекарство этого врача, сейчас уже все это отсутствует. Это в очень редких аптеках имеется. Практически все это отсутствует. Уже имеются готовые лекарственные средства, все, принимай и даже не думай. То есть все разучились делать что-либо своими руками и соображать своей головой. Вот. Значит, какие травы? Топинамбур, земляная груша, что он делает, как его лучше принимать? Фасоль, череда, лавровый лист, смородина. И вы знаете, многие, вот черника даже, ягоды черники. Значит, оказывается, при сахарном диабете у нас плохо удерживается сахар, и он выходит через почки. То есть нету удерживающей силы. Удерживающая сила, она проявляется через вяжущий вкус, терпкий вяжущий вкус. И вот когда мы с вами добавляем в свою пищу вещества с вяжущим вкусом, такие как черника, как там створки фасоли, вяжущие, да? Вот, то получается, что вот эта сила начинает удерживать сахар у нас в крови и не дает ему выделяться через почки. В некоторых случаях, почему сахар выделяется через почки, это говорит о том, что почки наши слабые стали, они не могут держать, потому что древние врачеватели как раз и говорили, что почки имеют важное значение из-за того, что они удерживают жизненную энергию, которая пронизывает кровь, которая пронизывает лимфу, которая пронизывает все наши жидкостные среды и которая может выходить
осев на жидкостных средах из нашего организма. Так вот, почки, помимо всей ясной своей понятной работы по выделению там солей, нормализации, значит, постоянства крови, они еще должны удерживать жизненную энергию. Если ее они становятся слабыми и не удерживают, она просто, знаете, так вытекет из нас. Человек рано состарится и будет слабеньким. Вот это надо важно понимать. Так. Травяные сборы, рекомендованные качества дополнения к основному лечению сахарного диабета. Это уже и медицинские, и натуропатические рецепты здесь я собрал, привел, как, что там. Какая дозировка. Лист брусники, лист манжетки, лист подорожника, лист смородины, лист толокнянки, цветки бессмертника, трава золототысячника, плоды можжевельника, вот, ну, и там этих рецептов огромное количество. Вот, почки любят очень такую мягкую воду. Поэтому вот эти все листья, которые там были в сборе перечислены, они делают воду мягкую. Тогда почки работают хорошо. И, естественно, когда почки работают хорошо, то они и удерживают и сахар в крови. Опыт оздоровления с комментариями. Вот тут целая исповедь, которую я потом комментирую. Это очень хороший опыт, когда человек рассказывает вот с самого начала, что у него было, как бы он жил, все там такое. А потом только хоп, и заболел. А когда мы знаем всю вот эту вот его подноготную, то мы можем пройтись и нащупать ошибки, которые можно и нужно устранить для того, чтобы ликвидировать грозное заболевание. Ответы, разъяснения для читателей. Ну вот, даже такие есть интересные рассуждение о таланте и благодатном месте. Свадьба – серьезный шаг в жизни. Прежде чем его сделать, узнай все о своем суженом. Прислушайтесь к подсказкам. А не просто знаете, а вот сначала разберем талант и таланте и благодатном месте. Значит, ну я возьму себя лучше всего. Кое-какой талант у меня есть, да? И естественно, чтобы его заметили, надо что-то сделать. Вот, и как раз, когда я начал в этой области работать, был, значит, голод информационный по здоровому образу жизни. И вот мои вот эти работы на основании общемировых знаний, они пришлись как нельзя кстати. И благодаря чему этот талант был заметен. Сейчас так вот, крайне как-то трудно, потому что начался какой-то регресс, люди ничем не интересуются, не занимаются, они погрязли только в том, чтобы вот как-то приобрести там деньги, и все вокруг денег там вертится, вот эта жизнь, не задумываясь ни о здоровье, ни о счастье, ни о чем. Вот, теперь о свадьбе. Прежде чем связать свою жизнь с другим человеком, естественно, надо узнать, что это за человек, из какой семьи, какие у него наклонности. То есть, если он там раньше там был там женат, или она там дважды, там трижды там развелась или развелся, там имеются дети там или еще, но большая вероятность того, что с вами так же и поступит. То есть, поматросит и забросит. Потому что, знаете, трудно разойтись вообще первый раз.
это надо сделать какие-то усилия. А все последствующие, там, разводы и свадьбы, гораздо легче. Вы уже на них смотрите совершенно по-другому и расстаетесь без особого сожаления. Но это он может расстаться или она. А для вас это в первый раз и принесет эмоциональную травму, которую человек же по-всякому реагирует. Есть чистый, открытый, который доверился, ну вот, ага, будем жить. А тут просто негодяй, он воспользовался там ситуацией этой и дальше пошел. Ему надо было перекантоваться там с вами и потом идти дальше. А вы же совсем по-другому относились, более серьезно, более это. И все это остается у вас рубцом. Информация о правильном питании. Главные лечебные механизмы питания, в том числе раздельно. То есть, вот многие говорят, ага, лечение питанием. Ну хорошо, лечение питанием. А действительно, а механизмы этого питания, как она действует? На что надо обращать внимание? Как это все работает? Пожалуйста, в газете читайте.